4 победы, 1 поражение. Является чемпионом Азербайджана по К1 и тайскому боксу. Представляет бойцовский клуб «Завид Самедов» из Баку, Азербайджан, Руслан Нагиев. Его соперник в красном углу, ему 24 года, рост 182 сантиметра. Профессиональный рекорд – 3 победы, 1 поражение. Является финалистом первенства мира 2014 года, финалистом первенства Европы 2015 года. Представляет клуб «Ахмат» из Чеченской Республики Россия, в красном углу Халид Хумида. Да, я закончу. Вот Магомед Чурчаев, он провел 2 сбора вместе с нашими сборниками. То есть очень усердно, усиленно готовился к этому бою. С чем мы его и поздравляем. Наша работа не прошла напрасно. Халид Хумидов и Руслан Нагиев. Ну, как Адам, ты отметил, Нагиев у нас не первый раз в гостях. Тоже такой взрывной, хороший боец. Бой, несомненно, будет интересным. Халид Хумидов потихоньку присматривается к бойцу. Хороший левый хайкик от Нагиева. Хорошо, что защита была перчаткой. Руку держал на месте, не упустил. Попытка удара коленом. Халид Бутур такой спокойный, приятный парень, но на ринге он преображается, все это оставляет и начинает хорошо работать. И вот из клинча, да, так классик у него был, боковой, правый. Через лоу-кик еще двойку выстреливает. Все заходит, а вот бэкфист от Нагиева приходится в блок. Через апперкот атакует Нагиев. Снова клинч. Но не затягивается он. Видно, что практически в каждый свой удар Руслан Нагиев вкладывается. В принципе, то же самое можно сказать и Хумидове. Посмотрите, сейчас лоу-кик очень хороший. У Хумидова прошел по задней поверхности бедра. Еще колено в самой концовке. Добавил колено, да, это хорошо. Хорошую технику демонстрируют оба бойца. Особенно несколько раз было заметно, как у Халида он блокирует удар ногой и сразу же наносит этой же рукой удар в голову. Встречный. Это все нарабатывается на тренировках. И, естественно, демонстрация в процессе боя это очень радует.
Второй раунд. Попадание в голову хорошее со стороны Халида. Посмотрите, как из клинча часто хорошо коленями атакуют. Оба бойца, видно, что имеются неплохие навыки тайского бокса. Ну и, конечно же, это говорит об отличной растяжке спортсмена. Сейчас ощущение, что Хумидов немного задышал. Да, он такой, опа, это удар локотью, конечно. Хорошо, что он не попал. Это запрещено в кикбоксинге, удары локтями. Хорошо, что обошлось, не попал. И правильно рефери сделал устное замечание. Чтобы был, да, осторожнее спортсмен. Да, конечно, при попадании тут могут ход боя изменить спокойно, потому что боец может не прийти после этого в себя. Вот и предупреждение дадут. Ну и сейчас клинч очень неплохо атаковал Хумидов. И посмотрите, колено еще право-боковой на выходе. Лоу-кики включает. Хороший такой отрезок проводит боец клуба «Ахмат». Практически без ответных атак от Руслана Нагиева. Вот только сейчас немного взорвался азербайджанский атлет. Опа, и посмотри, как справа еще заходит от Хумидова. И еще добавляет. Еще один браво-боковой. Джеб. Еще начинают прикармливать джебами. И тут же лоу-кик. Хорошо вложился в корпус. И еще колено справа добавляет. Ну вот этот раунд, судя по всему, забирает Хамид Хумидов, потому что очень достаточно активно с середины, наверное, раунда он начал действовать. И там был отрезок, когда буквально он там чуть ли не каждый удар его заходил. Да. Хасан потихоньку включился, чувствуется работу. Так он работал, конечно, с самого начала, но второй раунд уже более точно поработал Халид. Это мое такое субъективное личное мнение. А там, конечно, судьи все решают. Но надо отметить, Руслан Нагиев именно левым боковым неплохо работает. Рукой, я имею в виду. За рукой, конечно, надо присматривать. И у нас заключительный третий раунд. Напоминаем, это Хамид Хумидов против Руслана Нагиева. Халид очень хорошо блокирует удары Нагиева. На самом деле,
серьезную инициативу в свои руки прибрал Хамид Хумидов. Смотрите, сейчас как здоров корпус. Еще один левый таким прямым. Колкин встречает, вот. И двойка по корпусу. Хороший. Еще добавляет корпусу. В область печени Хумидов. И здорово. Как здорово. Посмотрите. Еще хорошая два двойка. Два удара в голову пропускает Руслан Нагиев. Чувствуется, что не совсем ему приятно пропускать эти удары, но Хумидов методично работает. Да, и практически уже в одну калитку начинает сбивать он Нагиева. Если начинал Нагиев очень неплохо, уверенно, то вот второй, особенно третий раунд, тут уже нащупал, что называется, свою игру Хумидов. И из раза в раз так все более и более очевидным кажется его преимущество. Он и поджимает, он и попадает. И практически не бывает у него причин для обороны. Да, мы видим, что Хумидов функционально очень готов к этому бою. Он идет по нарастающей. А в отличие от него, Нагиев функционально подсел. Ну, здесь хорошо атаковал, да. Он, да. И еще раз вот. Слева так сдвоенный удар у него, чуть выше в район груди, затем печень добавляя. Попытка бэкфиста. Все, завершен этот бой. Интересный бой. Поначалу казавшийся одним из самых конкурентных в этом турнире. Единогласным решением судей. Победу одержал боец Красного Урала. Ну, наверное, это было ожидаемо. Мы поздравляем Хамида Хумидова. И мы в ожидании следующего боя.